что, ребята, можете меня поздравить. Я еду в комфортабельном автобусе по Южной Корее. Вот он, этот автобус. Значит, прохождение таможенного контроля. У меня заняло буквально там одну минуту. Ну, не считая минут 10 в очереди. Ну, вообще никаких вопросов не было. Быстренько она посмотрела, два указательных пальца слева на левой, на правой руке там приложил, куда положено. Ну и все, вообще быстро-быстро. Вот. Значит, много людей было передо мной, никаких проблем не было. Значит, все проходили. Единственный, по-моему, парень, видимо, с Якутии или с Бурятии, вот с тех краев, с Восточной Сибири. Значит, его завернули. Куда-то девушка махнула, значит, и отправила его там куда-то, куда он пошел. Ну, видимо, на допрос. Не знаю, пропустят или нет. Ну вот, а так все остальные все проходили. Ну вот. Сейчас мы вот едем с острова, на котором находится аэропорт Инчон. По мосту туда, ну, на материк. На тот полуостров, где находится вся Южная Корея. Все, пока, до встречи там, куда я приеду. Давайте, всем удачи, еще раз порадуйтесь за меня. Давайте, счастливо.